Мы продолжаем игру City Skylines. Город Вербург. Как вы помните, вот он наш красавец. В ночное время. Такой небольшой, маленький у нас сейчас. Сейчас точно скажу, это что у нас. Маленький городок, 1300 человек, развивающий городок, 2200. Делами. Провести воду. Здесь вообще на выезде 7, 7, 6. Да, давайте здесь. Налоги. Так, жилая зона 9%, экономика 9%. Все по 9, бюджет 76 634 160. Кредиты нам не нужно, а нету, чтобы ты уже взял. Доход, расходы, расходы, доходы, всего. Понял. Я не совсем, конечно, понял.
Да, ферма. Что 11 000 у нас. Делать не знаю, нам нужно тут это изданную зону. Скажите, каждый зону. Вода нужна, не нужна. Устраивается типа. Что строите? А ну-ка. Шоу Body Plan for Life. Бюджет. Возьму за полный способ. Хорошо. Что все-таки надо, да? Давай. Типа вот так вот. Все пильный собой. Да, это все есть. Хорошо, тут так все так хорошо, так хорошо. Конечно, сейсмологически опасно, в общем-то. Здание повыше. Если вы обеспечиваете образование, хорошую городскую службу, а земли имеют высокую ценность, то здание соответствующей земли могут быть улучшены до более высокого уровня. Высокий уровень. Здание приносит больше доходов и налогов и способно вместить больше людей или предоставить большую рабочую силу. Промышленные здания более высокого уровня производят меньше загрязнений. Понял. А у нас по образованию что там? Раз и все, да? Это у тебя начальная школа. Старшая школа пока что 960. По поводу полиции. Только один полишенс.
пока справляется. Пожарники. А, пожарники тоже есть? Есть, но они не справляются. Ох, ничего так себе пожара. Тысяч. Так, пока что 8. Да. Хорошо. Хорошо, да нехорошо. Сквер. Тысяча. Это здесь место, где они могли бы Коля погулять и полюбоваться красотой природы. Баскетбольная площадка. Ух, ничего так себе было. Баскетбольная площадка. Там как-то долго идет. Ну, давайте займемся. Законспирировали. Что
что там насчет электричества? 80 мегаватт у нас есть. Будет увеличиваться, да. Да, будет увеличиваться. Улучшенная ветровая установка 12 000, шум 75, тут соединение 0, тут 0, вот 200, 800, а сколько давать будет? До 20, тут от 0 до 8. Понял. Что ж, фермерство пока что развивается, но не хватает жилых, да? Ну, жилые зоны вот я им построил. 3 семьи, 3 человека, пускай работают. Что там насчет дорог, как загруженность? Ваня, как нам посмотреть? Экономия энергии. Контроль за расходом электроэнергии очень важен. Лучший способ его обеспечить — установить в домах счетчики среднего снижения потребления электроэнергии. Содержание 5 созданий. Ну-ка, экономия воды. Запрет домашних животных, датчиков. Запрет на курение. Сделать его промышленным здоровым образом жизни граждан свободным. Запрет курения сделать горожан здоровее, но некоторые из них будут не рады. Небольшое улучшение здоровья горожан может для снижения уровня счастья. Парки оздоровительной зоны. Ваши парки и скверы будут советовать. Вся страна среднего лишества на земле вокруг парка площадей. Школы достаточно. Горожане предпочитают работать, а не учиться, поэтому в университет поступают только незначительная часть населения, самые способные. Да нет, мы как-то не будем. Где мне посмотреть их счастье населения? Information. Дети 182, подростков 292, молодежь 495, взрослых 739, пожилых 84. Население 1792, 413 семей, работников 1229, из них 1597. Туристов за неделю 1, средний уровень здания в зонах. Ну, почему вы не застраиваетесь? Конгломерат.
электрический 77, по воде пока что предостаточно. Производительность канализации, производительность водопровода 120 000, 120 000. Запас воды в резервуарах. Понял. Что по поводу образования? Начальная школа. Без образования 72%, 48%. Выпускников 9%. Школа и университет. Такое, что мало, что-то не совсем без. Что с грязью. 26% состояния ожидающих отходов. Использование свалок 2 миллиона. Объем свалок 8 миллионов. Производство отходов 45 тысяч в неделю. По поводу счастья. Вызовы пока что. Ну, пока более-менее. Сейчас желаю 74. Здравоохранение. На высоте. Ценю здоровья 71%. Как нам теперь дороги-то улучшить, а? Прокладывайте дороги, располагайте зоны рядом, чтобы до них могли добраться жители. Развивайте город, чтобы открывать больше служб. Чтобы получить помощь, щелкните по значку с изображением вопроса советник. Поделиться информацией по открытому меню или в вопрос. Стрелки, маршруты, 65. А как улучшить? Алло.
оправдание. Вот мы въезжаем в зону ферм. Все? Уехал. Вот ферма наша. Пока еще не очень расстроились, но строится. Пытаться. Pumps Packing Company. Значит, Juice Press. Отлично. Все good. Вот загрязнение. Тысяч давай школу для пожарников. Школу. А школа-то 24 тысячи стоит. Вот это да. Начальная школа учатся дети, проживающие на прилегающей территории. Учащиеся 235 из 300 учеников младших классов, корпус 236. Переместить здание. Открыть панель бюджет. Понял. Это что? А. Это улучшает здание, да? Опять жилые зоны, да? Thank you.
1600. Что ж, на этом пока что мы заканчиваем нашу трансляцию. Продолжим в следующей серии. Пишите, оставляйте ваши советы, комментарии, подписывайтесь, приглашайте друзей. Будем знакомиться и обсуждать. С вами был Вадим Сена. Всем удачи, всем пока.